Привет всем, вы на канале Beer и Game, мы продолжаем проходить третий Lost Planet. Двигаемся мы в этой игре, не стоим на месте, да. Продвигаемся все дальше. Мы просто ходим, а продвижение есть или нету, непонятно. Ну, идем по сюжету, главное, что идем по сюжету, сюжет движется. Ага. А, кому просверлить зад? Не-не-не, не иди туда. Задолбала, видишь? Эта херня, да, ага. Что-то мы все время шаримся здесь и... Ух ты, мудаки бегают. Они убежали уже. Подожди, мы же здесь были уже. Или что, мы опять туда идем? Вообще бред какой-то. Туда-сюда, туда-сюда. Игра называется «Туда-сюда». Гоняют, гоняют нас. Пошли. Ну, управление, конечно же. А, вот сейчас Роман здесь будет. Точно. Да, управление. Там в этом ущелье было. Хорошее, нормальное, просто отличное. Не то, что... Я не понимаю, что за дерьмо. Опять она? Джеймс, я чувствую, что мы на правильном пути. Я произвела триангуляцию векторов в направлении десятков бур. И думаю, что мне удалось остановить их источник. И мы были правы насчет тех акридов. Все указывает на то, что в них тоже течет чистая энергия. Наверняка, но док, я должен сказать. Брэддок больше не управляет Коронисом. Военные Невека его свергли. От нового шефа ничего хорошего ждать не приходится. Не знаю, что ему известно, но он ищет тебя. Тебе нужно исчезнуть. Я знаю одно надежное место. Джеймс, не драматизируй, мы близки к джекпоту. С этими знаниями у нас на руках будут все козыри, понимаешь? Поверь мне. Я имею дело с Невек уже много лет. Нет лучше защиты, чем получить как раз то, что им надо, и предложить сделку. Я смогу себя защитить, обещаю. Смотри, я соорудил кое-какие зонды для изменения. Чё? Да иди ты со своими зондами. Направиться к Пикет Фолли. Пойдем. О, присела, чтобы мы из нее залезли. Ну давай. Все, тогда разворачиваемся, идем. Значит, все правильно, да. Я по улице иду. И ну? Замерзаю, я везде. Плюзга. А козу я убью, убью, супа захотел. Пойдем. Ну, хорошо, ничего не сделали. Мудака, мы избежали того, помнишь, кто да. Там был? Краб поганый, время на него тратить. Скорпион это был, да. Ну, можно ему было в зад засунуть вот этот, вот эту херню бурильную. И проделать дыру, чтобы он дристал лучше. А то, видимо, он запор, он бесится. Так что просверлим, вот так вот будем сверлить везде у всех. Чтобы не мучились. Зачем лекарства? Вот лекарство против запора. Пожалуйста, подходите. Высверлим, подсверлим. Прорвет как... Вот мы и прошли, куда да, надо. Подбирать специализированные компоненты, чтобы в мастерской Гейла... Появлялись апгрейды. Херовое слово апгрейды, фу. Блин, уже рядом с местным сигналом, прием. Прием. Черт, я так и знал, что за пиком шок на вечный нет сигнала. Заложу по возвращении. Конец связи, етицкая сеть. Чего? Установить платформу добычи. Какая добыча? Чё за добыча? Это ёптую налево. Ой, жесть, махина, как она мне прёт. Конечно, тормознуто. Сейчас, походу, сложно будет. Опять они будут лезть отовсюду. Нам надо будет защищать машинку нашу. Жесть. Люблю я большие машины. Чего такое, ёптую налево? Защищай. Кого? Сейчас полезут опять. Ух! Ухнем еще раз! Смотри на карту, откуда они появляются. Да? Они красные будут на карте. Давай, пашку! Давай! Убью! Машину надо будет подбегать и чинить. Смотри, сзади уже появились. Да, где? О, Фриц, а где ты? Где? Я тебя не вижу. Шел он. Что, ты живой еще, что ли, козел? Ох ты, ёптую налево, мудаки. Все, начинается атака.
Атака начинай! Я нихера не вижу, правда. Где мудаки? Я просто не могу смотреть на карту заодно. Ну, скажем так, они окружают потихонечку ее. Че ты там буришь? Че вам все надо бурить-то здесь, кабдет? Короче, Невок поганый опять засунул свою лапу в карман. И хочет денег. Где мудаки? О, здесь. Че вы именно на машину-то лезете, мудаки, что ли? На меня лезьте. Они не дают отсасывать энергию, получается, да? Ну да, что-то им не нравится. Мудак, ты где? Чё ты скачешь, как лошадь, паскуда? Пони нахер. Да ещё поскакал. Куда поскакал? И ты поскакал, и я поскакал. Машина на 85% сломана. Да? Если что, да. Можешь иногда подходить и её починить. Вы. Выходи, зараза! О, где ты? Комары. Комары? Нихера, вот как здесь переросли. А здесь теплее, да, походу? В смысле, здесь энергия, здесь теплее, да? Да. Подохни, шкура. Да сдохни ты уже, проклятая ведьма, комариная задница. На, параша потная. О, еще жужа. Жужа летит. Да подожди, куда ты полетел-то? Жужа. Ой, быстрее бы она накачала все. Что там такое? Ух ты, падаль, нихера себе ты гигант. Тебе надо в этот, исследовать нахер. Как ты такой мутак появился большой? Ой, так улетело. Что такое? Что такое? Большое что-то идет? Жесть, махина, молодец. Что-то сама бурить там, блин. Да. В. Что-то там орёт вроде. А, там маленько. Мне кажется, что сейчас что-то будет большое. Ну, посмотрим кого-нибудь. Ну, пока пусть делает свое дело. Уже 50% мы сделали. Кто-то летит, летит, смотри, опять летят. Так, давай. Ох ты, гнида, и тех пустили, да? Ну да, будет усложнять постепенно. Так. Гребет, да сдохни ты, паскуда. Машина, ох, жесть, вот это у нее установка бурильная, да, посмотри, красота. Она там уже грызет, смотри. Да, красота. Кто грызет? Наверху сидит, грызет. Чё ты грызешь железку, мудак что ли? Чем ты грызешь? У тебя рта нет, у тебя только задница. Ты через задницу стреляешь своей хернёй. Чё вы да пристали к машинке нашей? Родной уже ставшей. Чё там за дерьмо? А, и ты мудак, ну да? Так, мудак бежит отсюда, да, откуда? Угу. Где? Может сверху? Так. Иди в задницу. Жужа, привет, и пока. Передай маме привет на том свете. Так, пойдем подлечим. Вечный. Давай, 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 машинка, бури. Чем он ее лечит, непонятно. Какой-то фигню нажимает на кнопку, она лечится. Класс. Опанзы. Опанзы! Да, что-то это не очень. Ой, это эти. Собачки, вы хотите в ротик чуть-чуть чего-нибудь? Хотите, да? Ну и на. На, урод. А можно в задницу? Где гниль вторая? Вторая грызет машину, блин, наверное, уже. Да заткнись ты, рот свой, падаль вонючая. Где третья она? Чего вы докопались до этой машинки? Иди сюда, хер двухвостовый. У тебя две задницы, одна на спине, одна в заднице. Молодец. Чё ты подгрызаешь? Чем ты грызешь? У тебя зубов-то нету, мудак. Хоть бы пёрнул от страха. Ещё бегут, смотри.
Где подлюка? Ух ты, ёпта, наверное, гробовик. Чё ты здесь делаешь, хер? Чё они там делают, не понимаю. В смысле, застряла. Подожди-ка. Где вы? Вы? Так, я думаю, что я сейчас припасы возьму. Где у нас припасы, не помнишь? Припасы сбоку где-то. Там оружие будет нарисовано. Да, вот мне это надо. Блин, походу мы не сможем. Она как-то перекорючила, скрючила машину все. Что правда, что эти скорее? Еще бегут. Давай. Блин, дерьмовое оружие. Да, дерьмовый дробовик. Дерьмо. Да, дерьмо. О! Чё ты там пинаешь меня? Нихера ты хвостом еще бодаешься. Чё-то он поледенел прям. Замерз. Да подохни ты, припадок. Пошли его взад. Уже 70% нагрызли, представляешь? Уржу. О, убежали. Почему? Потому что сейчас что-то вылезет большое. Летучие мыши, понятно, плесень. Все, валим нахер. Исследовать тайную пещеру. Теперь еще один. В смысле еще один? Кто один? Стекло даже треснуло, твари. Видимо, еще что-то надо пробурить. Да? Пойдем еще бурить. Пойдем еще бурить еще. Подожди, вот цель. Мы сюда зайдем вообще? Конечно. Так что же здесь у нас? И куда это ведет? Активировать быстро. Посмотрим. Да. Там, наверное, акридов будет много. Хоть бы какой-нибудь мудак помощнее был, что-нибудь подраться бы, материться. Ну, нормально. Задания вроде все похожие друг на друга. Ничего нового. Все то же самое. Ух, смотри, как ребра, да? Какие-то ребра. Да. Мы внутри какого-то зверя находимся. Ух ты. Глюки? Нет, там скала движется. Охереть, как это надо? Может, мы реально в ком-то сейчас находимся? Внутри кого-то. Козел, больно тебе, тварь? Иди нахер. Ты вообще не понимаешь, что перед тобой идет. Перед тобой идет махина, и ты что-то тут пуколки какие-то будешь пускать. Иди нахер вообще. Иди взад. Чё ты, делать тебе что ли нечего? Ух ты, ёпта налево. А куда нам идти? Сюда пойдем. Ой-ой-ой-ой-ой. Установить еще один зонт. Сейчас установим. Пошел нахер. Подожди, время у нас сколько там уже? 13 минут. Ладно. Устанавливаем еще один зонт. У нас, кстати, кто-то долбит уже машину. Да это мудак поганый. Да, блин. Я думаю, ее еще починить надо будет. Дерьмо, смотри. Давай, В. Все, отпускай нас. А, 100% нормально. Все, защищаем. Что это такое? А, нет, подожди, не защищаем. Заставка, что ли, ты налево? Выключай! Выключи бур, пока ты нас всех не прикончил! Ладно, ладно. Ой, извиняюсь, что забурился слишком глубоко. Но как я могу помочь, если вы мне ничего не объясняете? Что это за место? Это не место. Нуши. Нюши? Нуши, так ее звали, Соичи. Это значит, богоподобный Левиафан. Живой Левиафан. Живой. Нет, источник, вся планета. Нуши очищает ее и отдает нам, не прося ничего взамен. Живое что-то, вот почему все двигалось. Нуши — это сердце, орган, благодаря которому в нашем мире царит гармония. Охренеть вообще, ну уже допал. Постой, она гармонизатор, гигантский органический гармонизатор? Технология, которую подарила Нуша, пережила всех, кто узнал ее секрет.
Ну послушай до конца. Вернись на минуту, когда я начал бурение. Криты атаковали, так антитела бросают на инородное тело. Я знал это, я видел это раньше. Крит атаки в первой колонии. Я был ученым в Невике. Я привел сверла Невиков, которые вонзились в ее тело. Хотя знал, что она живая. В своем честолюбии и гордости я допустил это. Живая? Как и все живое, она чувствует. Страдает и выходит из себя. Ранишь? Кровь пойдет? Пронзишь? Умрет? Ее надо было защищать. Я подписал ей приговор. Есть мнение, что открытая чистой тепловой энергии спасет человечество. Если бы мы поняли, как ее собирать, как вы уважали ее, Нуша могла бы снабжать Землю. Подумай о спасенных жизнях. Он о семье беспокоится. Ты молод же. Твои мечты чисты и невинны. Но для Невок не существует уважения. Они придут бурить, и она будет защищаться. Если она убьет их, то они точно убьют ее. Они пустят кровь планете и оставят ее бездыханной. Джим. Во имя всего живого. Невика не должен узнать Айнуша никогда. Живое что-то, кобдец. Тогда мы не будем бурить, да? Вернуться к Роман, задание. Нам нужно сохранение. Понятно, она живая. Вот почему все движется, видите, все живое. Это сердце какое-то. Левиафан, это... Я смотрел фильм какой-то, называется, сериал. Там тоже был Левиафан. Это живой корабль, что-то в этом роде. Что-то живое, в общем-то. Вот почему мы в охереть. Это что-то живое. Он говорит, это сердце планеты. Вот да, так вот он да. сказал. Вот что держит планету, правильно? Как нас держит мышцы или что-то в этом роде. И эту планету держит этот... В общем-то, да, понятно. Левиафан это что-то живое. Живой корабль, нахрен. Все, нахрен. Все, сохранение идет. Так что здесь мы и подзакончим. Может быть. А может, еще не пару минут пройдем, да? Может быть, успеем. Нам к Роман надо идти опять. Да задолбал это Роман, нахрен. Ой, опять мудаки, что ли, будут? Ёб твою налево, не хочу я здесь ходить. Пойдем быстрее отсюда. Все, не трогайте. А вы не трогайте меня. Сегодня к маме я приехала, я... И не задавайте вопросы, глупых я. Кромким шагаем вместе мы. Ёб твою налево, что за мудак? Пойди, идите вы нахер. Что с планетой творится? Почему она рушится? А куда это мы идем? Идем. Нажми backspace и узнаешь, куда мы идем. Я не хочу. Тупое слово backspace. Как переводится backspace? Задний космос, что ли? А нет, space по-другому. Алло, здравствуйте. Грейси, привет, мне так стыдно, что снова заставил тебя ждать. Я просто пукнул. Не знаю, что сказать. Это работа гораздо сложнее, чем я думал. Ну, я ставлю нас с тобой превыше всего, стараюсь держаться плана, зарабатывать сколько нужно и вернуться домой. Зарабатывать сколько нужно, да. Я поступаю, как подсказывает совесть. И иногда задумываюсь. Во что же я вляпался? Сколько в шее у меня в башке? А пляж, это и вправду звучит заманчиво. Все, сохранение прошло. Я думаю, что есть такие вот... Причиндалы, да, когда вот на человека что-то насаживают. Помнишь, как в Silent Hill мы смотрели, где делали игру, да? На них что-то насаживали, и там они ходили. Здесь такое же, может быть, приспособа. Человек сидит, да? Все же как по-настоящему, да? Вот такое. Да, наверное. Подписка на канал, с тобой игру, ВКонтакте, комментируй, ставь лайк, всем удачи, посмотри.
Пока.